Твери к отоплению подключено 87 объектов социальной сферы и 52 медучреждения областной столицы. Тепло начали пускать накануне 23 числа. Еще более 30 учреждений образования и 27 медучреждений ждут своей очереди. Их должны подключить во вторник. 25 сентября будет проведена регулировка температурного режима, после чего с 26 числа к отоплению начнут подключать жилой фонд. Как сообщает администрация Твери, работы ведутся в круглосуточном режиме.